Это только людям молодым кажется, что время бесконечно. Но спросите старых и седых, скажут: нет, земная жизнь не вечна, и от юности до седины длинною не назовешь дорогой. Краткие нам Богом даны дни. Даже 80 лет немного, и летят, торопятся года. Календарные листки меняя, время не вернется никогда. Пролетают мимо дни за днями. И неважно, сколько проживешь, долгим будет путь или коротким, важно знать, зачем, куда идешь, что там за последним поворотом. Важно знать, что стоит эта жизнь. Важно в ней искать не только хлеба. Важно знать, как на земле прожить, чтоб в конце пути увидеть небо. Если знаешь, счастлива душа, и по жизни ты идешь достойно, приближаешься за шагом шаг к вечному желанному покою. Господи, дай дни считать нам так, чтобы сердце мудрое у нас было, чтобы за ценность не принять пустяк, чтобы главного мы не забыли. Год еще один к концу пришел, радости в нем были и печали. Было трудно, было хорошо. Завтра Новый год мы повстречаем. Господи, пошли нам благодать, свято жить и ложным не преститься, в жизни краткой все тебе отдать, и любить, и верить, и молиться. Аминь.